смотри, обои лобби приглашает! Обои лобби приглашает! Слушай, ну я просто в шоке, у тебя инвентарь, посмотрите, какой дешевый инвентарь у брата Бобина. И бей, Кейс, бей! Бей! Чтобы он дал хороший дроп, давай! Давай нормальный дроп, нам падаль! На, Амиш, на! Брат, а ну покажи носочек. Хэштег носки Сережи! Ничего себе. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня у нас в гостях самый настоящий младший брат Бобина. Бро, поздоровайся! Я Малембула. Ну чё, братишка, рассказывай, как тебя зовут? Я Сергей Стоянов, младший двоюродный брат Данила Стоянова. Или я думал старший, ха-ха! Братишек, ну шо, перед началом этого нереально крутого видео мы хотели бы вместе с подписчиком шо разыграть? Бро, шо хотели бы им разыграть? Хотели бы разыграть им ножик, правильно? Не, брат, мы разыграем М40 нормальные типы. Сегодня, ребята, мы разыграем М40 Winter Track. Сереженька, братик, рассказывай правила. Ты должен поставить лайк, написать в комментарии свой ID и написать, понравился ли тебе видеоролик. Я, именно я, рандомно выберу комментарий. Ничего себе, Сережа, напитай. Серега, у меня к тебе только один вопрос. А чё, ты чё? Черный, а Бобин белый. Так я ж двоюродный брат. Я ж объясню. Все, брат, базаразира. Ну что, господа, переходим в инвентарь. Ну, как видите, ребята, посмотрите на его инвентарь. Я плакать хочу. То есть, а Бобин тебе ни разу в жизни не дарил ножа? Это падаль не дарила тебе ножа? Давал. Он меня много раз прокачивал, но потом я попал на прокачку Квеля, и все. И скинов не стало. А что произошло? Ну, там написал мне в Телеграме чувак. Ну, короче, заскамили, да? Да. Хэштег Квеля, отдай инвентарь. Братанчик, я это просто так не оставлю. Я вызываю тебя на бой, дорогулечки, ты моя. Ну что же, ребята, чтобы понимали, Кент пока не смог пройти мимо, Сергея Стоянова. Брат, а знаешь, почему у вас фамилия Стоянов? Знаем. Почему? И днем, и ночью стоит. Он мне нравится, Серега нормально завозит. Серега, брат, подожди, ты видишь, я уже Сереге дал на его инвентарь 2400 голдишки. Посмотри, кто купил. Серега, прочитай ник. Кент Шляпека. Кент Шляпека, братик, ты че? Вы посмотрите, мы уже эту голдишку купили, Серега. Мужики скинчиков. Ну что, Серега, ты готов или нет? Скажи мне на мужика! Ох, мы Стояновы. Всегда готовы. Всегда готов. Слышь, Серега, брат, а кто это на фотографии? Я еще не вижу. Сверху. Вот это. Да. Детстве. Кто в детстве? А Бобин. Данил. Ну что, братик, давайте вначале посмотрим профиль брата Бобина. Я уже аватарочку поменял. Подождите, а что это ты бан получил на 24 часа? А? Меня кикнули, думали, что я софт, я просто с М40 столько на ускоку вставил. Подожди, так у тебя... Стоп, у тебя написано 0 сыгранных каток. Стоп, у тебя одна катка, у тебя одна катка в 6 сезоне. Что ты мне заливаешь? Пацаны, прикиньте, у Сереги одна катка в союзниках, и он уже умудрился получить бан. Не, ну реально, как это произошло? Ну, на самом деле, ну там типы против меня попались сложные. Я не вывез, ливнул и... Ты гонишь, что ты играл одну катку, и тебя уже забанили. Ох уж эти братья Бобина. Давайте посмотрим, что там личное сообщение. Так, выйди из клана, ща. Я скоро буду в клане Пепес. ПЖ, дай голду, или Бобин тебя забанит. А что ты такие вещи пишешь? Бобин... мне... Там была просто. Видишь, вот ты ответил, а он нет. Значит, бац. А Бобин тебя забанит на изи. Ты хоть знаешь, что мой брат? Я тебе 740 закрою, как бота. Дорогульчики, ты моя. Серега! Ты что такой буйный? Я опасный. Оу май. Ну что, Сереженька, погнали прокачивать тебя. Погнали. Говори заклинание. М40 пепинус выпадалус. Брат, ну короче, ты вот по М40 выступаешь, правильно я понимаю? Конечно. Ну почти М40. Алемпл, UP45 Серберус. Я тебе сейчас расскажу секретную тактику. Давай так, вместе крикнем за Пеп. Ну, потому что Пеп это клан Пепис, и Пеп это Кента ПК. Готов? Раз, два, три. За Пеп! Погнали, братья, погнали. Шо же вам выпадает-то? Как тебе скин? Офигенный, очень красивый, прям как инвентарь Бобина. Ха-ха, подожди, реально, тебя Бобин давал ножи, все давал, но тебя соскамили просто как мамонта? М9 Dragon Glass. У тебя был М9 Bandit Dragon Glass? Да. Так получается, ты сам мог меня прокачать? Ну, если бы у меня Вели не прокачал, я бы тебя с удовольствием. Ну что, братик, пока что нам что-то с тобой не везет, ты видишь? Сережа, Сереж, что нам не везет? Серега! Ты готов, скажи мне только одно? Да. Погнали, открываем, рываем шкафчик. И Сереженьки, выпадай. Ты посмотри, что там было справа. Обалдеть. Серега, братик, какой кейсик открываем по номеру, говори. Ривел.
Ривл, ну ты жесткий. Без буста или с бустом? Давай запустим на M40 Beagle Star Trek. M40 Beagle, ты гонишь скин для нубов. А наоборот, я забустил, ты сам сказал. Сейчас будет M40, смотри. Дигл топ. Брат, ты вообще с диглами играешь? Конечно. О, а какой твой самый любимый оружие? M40, конечно же. Что за вопрос? Братик, ну ничего страшного. Сейчас мы тебе выбьем M40. А, стоп, в этом кейсе нет M40. Нет, значит не выбьем. Ну я, брат, мы тебе выбьем Карнан. Это еще лучше, не? Очень крутой скин, мне очень нравится. Слушай, ну я просто в шоке. У тебя инвентарь, посмотрите, какой дешевый инвентарь у брата Бовина. У него просто есть дома, тут 10 наклейки и все. Дядь, да. Мне надо прокачать. Надо. Но пока видишь, ничего не падает. А зачем ничего не падает? Ты кулачки не держишь, поднимай кулачки. Поднимай кулачки. И бей кейс, бей, бей, чтобы он дал хороший дроп, давай, брат. Но ты плохо бьешь, понял? Ты возьми вот так два кулачка и бей кейс, чтобы он знал, что он умеет делать с серьезным типом. Давай, погнали, брат, бьем, давай, нормальный дроп нам падает. О, смотри, легендарка сразу. Может, ногами? Да давай ногами будем его бить, ты видишь, что это работает. Ногами, на, давай. Опять легендарка! Слушай, нормальный дроп падает, братанчик. А теперь давай и кулаками, и ногами одновременно. Ну, я попробую. Погнали! На! На! Брат, ты планшет вырубил. Ультанул. Извини, что-то видишь, не выдает кейс. Брат, а можешь показать свои носки, чтобы мы понимали, что брат Бовина хотя бы носки не дрявые? А ну-ка. О! Брат, а ну покажи носочек. Брат, а ну чуть ниже. Короче, братва, а Бовин, брат! Купи носки Сереже. Хэштег носки Сереже. Не, а Бовин, ну ты реально имеешь совесть. О, давай так, да? я говорю тай, ты говоришь дай. Давай, раз, два, три. Дай. Брат, ты забыл, что надо говорить или что? Ладно, все, брат, погнали. Осталось две попытки. Давай, и раз, и два, и три. За! Пес! Ну и замыслят. Серега, ты что там потухаешь? Смотрите на Серегу. Не везет, аккаунт невезучий, понимаешь? Вообще Серега, ничего страшного, не расстраивайся, работают профессионалы. Серега, это последняя надежда. Давай прямо сейчас скажи заклинание от души. Аркана Выпадалус М40 Топус. Давай, брат, надеюсь, тебе выпадет твой любимый М40. О, легендарка, может это трек? Ай-яй-яй, нет, пробитие. Смотри, обои лобби приглашает. Я ждет. Обалдеть, обои лобби пригласил. Давайте напишу. Я занят, не мешай. Обалдеть, пацаны. Я в шоке. Ну ничего страшного, подождет. А это бонус Стенка тебя пригласил, да, поиграть? Да, скорее всего. И что же нам делать? В смысле же, тебе не нравится такая прокачка инвентаря? Нравится, но хочется больше. А, то есть наглость второе счастье, да? А кому не нравится побольше? Брат, ну мне тоже нравится побольше. Ну что, ладно, джентльмены, мы идем на... Болтрап! Братанчик, ты посмотри, где мы находимся, драгулечка ты моя. Это был дроп? Конечно, был дроп, топовый дроп. Я его не узнал, тут столько всего нового. А это что, это новый булпас? Брат, это новое обновление, ты что не в курсе, смотри. Добавили новую коллекцию кастиков, смотри, Dragonborn, что в переводе означает рожденный драконом, или горящий дракон, ну что такое, брат? Ничего себе. А давай что-то бахнем из-за этого, что хочешь? Давай драконье яйцо бахнем, на разминочку. Брат, ну давай на разминочку, 10 штук на мужика, ты готов бахнуть? Давай. Раз, два, три, поехали! Так, и что мы получаем? О, на дуалду купились, нормально. Прокачка кончена. Брат, а давай король драконов открою? Давай, две штучки. Две штуки? А давай, может, 5 хотя бы нормально, пацаны. Давай 5. Давай 5. За пепис. Потратили 1000 голды, получили 466. Брат, ничего страшного. Работают профессионалы. Ща купимся, дорогочки, ты моя. Ща купимся, это чувство. А, кстати, ты в курсе, что за каждое открытие мы получаем кровушку дракона? И знаешь, что мы можем с ней делать? Обменник Мерлина, я же не слышал. Смотри, сходим сюда. И мы можем поменять вот все, что мы получили. Вот у нас есть 3500 кровушки дракона. Мы нажимаем обменять. Выбирай. Давай первую. И мы, это бесплатно, без доната, без всего, мы получаем. О, смотри, мы получили Петрис 50 Radiation. На халяву. Прикинь, да. Продаем сходу, да. Моментально кабанчиком. Все, продали. Смотри, у нас балик 3200, это имба. Так, ну что, брат, погнали дальше. Я знаю способ, как можно подняться на булдропчике очень жестко. Ты готов? Ну, да. Открываем. Расскажи. Открываем самый окупаемый кейсик. А Бовин разве не самый окупаемый? Окей, мы еще проверим. Давай, 10 кента открывай. Давай. 10 кента. Давай. 1200 голдишки!
сюда на базу! Обалдеть, мы же вышли плюс. Теперь 10 обогнан, ты хотел, да? Да. Вот смотри, сейчас будет 2К просто. 2К, ну я смотрю, брат, я смотрю внимательно. Ой! Ой, мы обкакались, ой. Слушай, давай мы заберем подняться нормально эти пули в новой коллекции. Не зря же обнова-то вышла. А может быть демона, спящего демона откроем? Мне давай, кажется, брат. Спящего дракона ты имел в виду? Спящего дракона. Давай, 10 штучек. У меня подозрение плохое. Понял, я после брат. 40, все. 500 резни голды. Имба. Я же говорил. Имба. Вот тут батя на бундропе. Бро, давай пробуем с сапёра поиграть немножко. Давай. Так, выбираем 6 бомбочек. Ты знаешь правила игры. Надо тыкнуть туда, где нет бомбочки. Смотри, нажимаем. Легендарная игра. Давай, нажимаем начать игру. Бро, выбирай любую ячейку. Давай самую нижнюю правую. Давай. Ай, брат, Габел! Не повезло. Давай терья, давай терья, давай терья. Так, давай центральную нижнюю. И... О, нормально, нормально. И давай еще второй раз попробуем угадать. Давай верхнюю левую ячейку. Давай, родной, давай. Да, забираем, забираем. Все, имба, у нас, брат, 3К на палике. Фух, нормально поднялись. Все, братанчик, прямо сейчас, давай. Улучшаем, надеюсь, у нас все выйдет. И, пожалуйста, пожалуйста, прошу. Успешно, имба. Ого, а давай откроем платинового быка. Я слышал, он неплохо выдает. Ну давай, брат, я смотрю, ты следишь за булдропщиком, да? Конечно, конечно. Ты готов, скажи мне только одно прямо сейчас? Готов, погнали. Давай, забовина. Давай, давай. Давай, давай. Так, 2500. Ну, нормально. Брат, еще раз, еще давай. Раз, еще раз, еще раз. Мы немножко вышли в минус небольшой. Еще раз, брат. И давай, давай. Ну, ну. 300, да! Теперь, брат, еще раз пробуем. На мужика, до талого. На мужика. Два, три. Прошу, давай. Да, 4К! У нас 4700 уже. Я говорю, платина бык, это золотая жила. Кент, а давай рискнем. 5 штучек легенды Марии. Вдруг выдаст нормально. Да. Брат, базаразир. За кого открываем? За всех. Брат, забойно. Давай просто забойно. Обоин, брат. Это ради тебя. Забойно. За моего братика. Да! Забойно! Имба! 7К! Обоин, брат, мы тебя любим! Моя ты учи-пути. И булечка родной. Спасибо, офигеть. Брат, еще на вывод? А может быть еще награды заберем? Там булпас же мы вроде проходим, нет? Точно, давай заберем. У нас уже 18 уровень, прикинь. Смотри, на бесплатный кассик дали. Открываем его и получаем. Что у нас голды на халяву? Имба, давай дальше. Слушай, мне понравился булпасик. Нет, ну прям вообще булечка. Обалдеть, булпас, это просто что-то нереальное. 600 голды, АКР Найт Фьюри, прикинь! На халяву! Булпас, мы тебя обожаем! О, еще рамочки получили, прикольно. Красивая. Все, братишка, вот теперь точно можно идти на вывод, правильно? Секундочку. А подарок для подписчиков? Ща все будет! Ну что, а прямо сейчас вы, ребята, видите на ваших глазах небольшой секретный промик. Вы нажимаете получить бонус, и вы получаете совершенно бесплатно кровишку. Дракончика! Брат, идем на вывод, теперь уже точно. Погнали на вывод, будем закупаться. Погнали, идемте на вывод. Ну что, братанчик, нажимай волшебную кнопочку вывести золото. Нажимай. Нажимаю! Погнали! Ну что, ребята, а мы всё. Теперь перемещаемся в игру. Сереженька, ты посмотри, что уже у тебя есть в инвентаре, а? 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 Ты посмотри. Спасибо Серёг... огромное, спасибо огромное. Булдроп и Кента ПК просто лучшее. Спасибо Кент огромное. Кент для ПК и булдроп. Любовь навсегда. Ну что, Сереженька. Спасибо огромное. Смотри, мы уже Сереже купили фокус без записи. Но сейчас решили включить запись. Серега, говори, братанчик, что ты хочешь? Ты М40 хочешь? Я хочу М40 Винтертрек. Очень. Давай Винтертрек на базу. Статрек версия ты хочешь? Статрековскую. Да. Это мое любимое оружие, конечно же. Вон там с наклейками есть. Ого, побогато. Взяли и купили сюда на базу, брат Обовин. Да. Так, братик. Спасибо огромное. А давайте нож какой-то прикупим. Нож. А какой твой любимый нож? Рассказывай. Обовин любит М9, значит и я люблю М9. Давай М9 Digital Burst. О, это вообще лютый имба. Братанчик, ты готов? Да. Давай, раз, два, три. За Обовина! Мы купили! Спасибо! Смотри! Спасибо. О, вот это у тебя инвентарь! Спасибо огромное! Давай перчатки еще возьмем. Конечно, перчатки! Ты без перчаток будешь как нищий, брат! Перчатки это must have! Перчатки! Какие это? Райдер. А, Райдер. Понял. Рейдер, давай, да. Брат. Просто сходу купили. И у тебя остается 664 голдишечки. Братик, ну что, может остановимся или ты еще что-то хочешь купить? Давай Дигл купим, как настоящие братья. Обоин обожает с Дигла играть. Ну, с Дигла, кстати, очень хорошо играет. Давай Дигл Винатор статрек за 400 голды.
Давай сюда на базу. Покупаем? Да. Пух, купили, брат, купили. Ничего себе. Братанчик, ну что, твои эмоции? Спасибо огромное. Я никогда не участвовал в прокачках у ютуберов. Спасибо огромное. Она, прикинь, Обоин мог бы тебя прокачать. Обоин, если ты меня смотришь. Если ты не прокачаешь своего брата, Сережу Стоякова, то... Да, Сережа Стояков, засунь свой стояк тебе. Сам понял, куда. Правильно, Сереж? По самое горло. Если что, это все фантазии, мужики. Так, ну что, Сереженька, будем заканчивать. Уважаемые подписчики, на этой хорошей, замечательной, прекрасной ноте прожмите лайк ради Сережи, ради прокачки инвентаря. Подпишитесь на мой канал. Сережа, скажи это от себя. Спасибо вам, подписчики, за то, что вы помогаете отчасти Якинту АПК своими подписками и за то, что вы ставите лайки. Я ему, какой же Сережа адекватный, я же непривычный. Ребята, кто хочет тоже прокачку, подписываемся на мой телеграмчик. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока!